Всем привет снова, здравствуйте. Вот такие получились у нас солдаты. Все, что вот видео есть, вот одел на них, добавил. В принципе, вид так ничего, пойдет. Можно, конечно, постараться лучше сделать, детали более проработать, где-то текстурки добавить. Но, как говорится, они мне пока не нужны. Потом в будущем, может быть, ими займусь. Пока для объяснения, как до чего, и для внешнего вида, вроде сносно. Так, в этом видео хотелось бы ответить на вопрос, как делать перья. Без разницы, куриные, птичьи, как получится, так и будем делать. Так, что будем делать? Давайте откроем, можно открыть план 3D, а можно открыть любую фигуру, какая вам нужна. Давайте откроем куб. И будем работать уже с кубом. Как до чего, посмотрим. Так, выравниваем. Смотрим, X включаем, где симметрия. Не забываем вот про эту фишку. Поворачиваем боком. Жмем Make Polymesh. Заходим в деформацию. В смысле, в геометрии. Заговариваюсь и делаю это все так. Сплюснем, уменьшим и сделаем тоньше. Вот так вот. Рассматриваем первый вариант. Как для чего? Значит, открываем кисть. Кисть называется Curve Trifill. Да, иди твое название. Так, добавляем девайдов. Ctrl-D, Ctrl-D. Побольше можно, пойдет. Ну и давайте порисуем. Так, вот таким образом приблизительно делаем перо. Сейчас вот показывают, уберите девайды. И попробуем опять порисовать. Вот что-то такое у нас получается. Жмем на Subtool. И теперь это все дело надо отделить. Это жмем Split и Split, Split to Similar Parts. Вот это. Вот так отделяем. И куб уже, в принципе, нам не нужен. Можно удалить. Делаем Del. И вот получается у нас вот такая заготовка. Да, конечно, сделана она быстро, но ничего, для объяснения пойдет. Так, цели сделать идеальную модель у меня нет. Вот объяснить, как это все делается, то это пожалуйста. Так, ну теперь можно, если сказочное перо, допустим, делаем, тут проще. Если более к натуральному подходим, то повозиться придется дольше и использовать придется еще вот многие вот эти кисти, которые есть в стандартных, где-то можно свои добавлять. Так, ну что, рисовать, когда начинаем, по прошлому видео вы уже знаете, что нужно отключить вот эту вот клавишу включить. Backface Mask, вот эту, автомаскинг. Это вот в брашах. И вот теперь вы можете вот так вот рисовать, придавать перу какой-то вид. Можно даже вот, когда вы рисуете, потом это дело не выглаживать, потому что вот это перо оставляет вот такие полосы прикольные. И когда вы потом набросаете и добавляете девайды, то у вас получается уже прямо неплохой вид. Вот так вот. Где-то больше. Если убрать Drop Size, поставить поменьше, то вообще можно вот так вот переплеты делать хорошие. Так, ну вот где-то такое получается. Также можно стандартную кисть использовать. Вы ее уменьшаете. Опять же, вот это все ставится для каждой кисти. Backface. И вот так вот можно ее провести центр. По центру ее провести можно. Вот эту грань сделать.
и опять же работать полишем. Полиш ставите вот так побольше, опять же интенсивность смотрите. И где-то можно вот какие-то части углом поставить и где-то вот так вот чуть-чуть выгладить, где-то сделать вмятину. Ну, в принципе, вот такой вариант есть. Опять же, вот это перо можно в скульпторе сделать. Сделать очень неплохо. Там вот для таких вещей скульптор прям незаменим. Можно Mov Topology поставить Draw Size побольше. И вот так вот менять внешний вид пера. Где-то его сделать тоньше. Вот так. Где-то сделать больше, если использовать картинку, то можно делать по картинке уже, по готовой. Где-то можно прибавить, где-то уменьшить. Все как и в прошлых видео. Вот этот кончик пера можно добавить с помощью вот этого цилиндра. Вытянуть его, чуть-чуть его сгладить. И в принципе будет неплохой внешний вид. Опять же это все выглаживается. Вот так. И смотрится прям неплохо. Потом вот с этого всего можно сделать кисть, а также можно сделать альфу. И уже работать кистью и альфой со своим вот этим пером. И повторим то же самое, потому что этот план будет потоньше. Делаем ему Make Poly Mesh. Вот так вот. И теперь еще добавим ему дивайдов, Ctrl-D. Вот одна сторона у нас видна, а вторая нет. Надо сделать, чтобы и вторая была видна. Вы ее сразу приметьте. Нам это сейчас понадобится. Заходим в Display Properties и ставим дублировать. Вот она стоит. Здесь у нас на эту сторону должна альфа хорошо попасть. А вот с этой стороны мы будем ее выдавливать. Так, вот так вот делаем вытяжку, и вот с этой стороны у нас уже получается вот так перо. Мало дивайдов, давайте еще раз сделаем. Добавим. Проверим, где у нас дублированная часть, чтобы у нас потом не было казуса. Отключим ее. Посмотрим, ага, вот так вот. Опять включим и будем вот работать с задней частью, которая не видна. Вытягиваем вот так перо. Предварительно добавляем дивайдов. Не бойтесь, больше их добавляйте. Когда вы удалите потом вот этот план, у вас упадут здесь полигоны. Все будет нормально. Так. Вот такое перо у нас получилось. Ничего так прикольное. Уменьшаем и давайте вот эту заднюю часть просто обрежем с помощью Ctrl-Shift и вот это вот так вот сделаем. Вот так вот. И Ctrl-Shift нажмем опять на план. Вот что у нас получилось, одно перо. И вот это дело зайдем в геометрии и по прошлым видео Modify Topology Del Hidden. Удалим просто и все. У нас осталось вот одно перо, которое можно использовать. В принципе, его можно долепить, доработать. Уже части какие-то есть, где-то дорисовать. И, в принципе, перо можно использовать уже на крыльях. Вот эту часть можно какую-то обрезать. Допустим, можно сделать резку. Брать именно те части, которые вам нужны. Ну, допустим, вот. Если перо будет уходить, перо на перо накладываться, то можно использовать просто вот такие части. Как это делается? Это вот нажимаете Mov, жмете Ctrl. И вот так вот вытягиваете в бок.
где-то корректируете, и у вас может получиться неплохая кисть с перьями. Эту часть можно вот сюда вытянуть. Опять же, где-то работаете ротацией, где-то подгоном. И вот такой, так вот можно перья делать. Еще можно их даже корректировать с помощью Morphology. И вот так каждое перо делать совсем по-другому. Вот так. Также Ctrl-I. И также можно с этими перьями немножко тут поизменять. Вот так. Где-то подогнать. Где-то можно их вот так вот чуть сделать дутыми. Вот так. Опять жмете Ctrl-I. И вот так вот можно их приподнимать. Так, это вот еще как вариант. Потом все это делаете в кисти, просто рисуете. Или делаете с них альфу. Тоже можно потом рисовать. Это в прошлых видео все есть. Смотрите, запоминайте, тренируйтесь. Ну и рассмотрим третий способ. Давайте. Откроем план 3D или куб вот этот. И вот на нем посмотрим, как работают уже готовые кисти. Заходим в Load Brush. Находим кисти, где они у нас находятся. Кисти MME, кстати. Наводите, жмете английскую M. И вот они все ваши будут у вас перья. Жмете Del Lower. И вот так вот вытягиваете. Также можно поработать Display Properties, опять же, дубляж поставить. Вот такое дело. И также можно с помощью MOV, Ctrl зажимаете и вот так их моделировать. Где-то добавлять, можно даже добавлять на свою какую-то, на свое перо, которое вы сделаете по первому принципу. И вот так вот, вот такие перья у вас, в принципе, будут получаться. Так, надеюсь, на вопрос ответил. Все ссылки оставлю под видео. Скачивайте, пробуйте, смотрите, придумывайте что-то свое. Все, всем до свидания, всем пока.